очень благодарна вам, что вы зашли на мой канал. Присоединяйтесь к нам, потому что в этой рубрике я рассказываю, как мы путешествовали по Америке, по западному побережью. Мы уже с вами отправились в третий день путешествий. Третий день, когда мы проснулись, мы прямиком отправились на побережье. Мы оставили тот солнечный Лос-Анджелес, который был посередине, и отправились к океану. Первая наша остановка была Венес-Бич. Мы приехали туда достаточно ранним утром. Венес-Бич очень уютный, достаточно симпатичный пляж. И в какой-то степени мы, так как уже были в Майами, нам напомнил, он очень сильно Майами. Здесь очень похоже на Майами, нам показалось. Очень классно, здорово. А только океан другой, и больше серферов. В Майами серферов нет. Океан немножко другой, а так очень похоже на Майами. Возможно, выбор нашего времени по приезду в Венес-Бич был не самым удачным, потому что все-таки Венес-Бич, он знаменит своими вечеринками. Если в Майами это вечеринки более такие, вы знаете, показушные, на Венес-Бич тоже показушные, но они более такие, в общем, заголовок в них вроде мне наплевать на тебя, тебе наплевать на меня, так что давай тусоваться вместе. В общем, такая как бы атмосфера должна быть там, но мы, к сожалению, не совсем чтобы прочувствовали, потому что приехали утром, поэтому мы просто прогулялись по пирсу, мы посмотрели, что из себя представляет Венес-Бич, а он также знаменит своим огромным количеством различных спортсменов, которые приезжают, так скажем, покорять Лос-Анджелес и Венес-Бич и показывать, на что они способны. Это есть специальный такой даже там пляж, который называется пляж, мускул, что ли, он так будет переводиться. Здесь все снимают велосипеды и катаются на роликах, но нам что-то лень. Мы хотим сейчас доехать до Санта-Моники и потом уже ехать туда, к Малибу. На Малибу, может быть, на пляже, у нас там есть классный ресторан, посоветовали нам сходить. Так что поехали! Ну, в общем, Венес-Бич мы не задержались надолго, но все-таки прогулялись. После того, как мы прогулялись недолго по Венес-Бич, мы решили отправиться на знаменитую Санта-Монику. Когда приезжаешь на Санта-Монику, у тебя при виде всех тех аттракционов, которых на самом деле масса на пирсе Санта-Моники, тебе зажигается ребенок. Тебе хочется бегать, тебе хочется прыгать, качаться на качелях, пользоваться всеми аттракционами. В принципе, чем мы и занимались. Что делают люди на Санта-Монике? Они просто спокойно прогуливаются, смотрят по сторонам, гуляют по пляжу, есть там знаменитый район аллея, где все магазины, там есть куча ресторанов. В принципе, как бы без основной ты гуляешь без цели, без какой-либо, просто наслаждаешься. Я думаю, что отличный способ увидеть Санта-Монику, что мы сделали, мы поднялись на аттракцион, на чертово колесо и прокатились, на самом деле, 10 минут полного детского счастья. Ура, мы нашли этот ресторан Бубба Гамп. Это где снимался фильм Форреста Гампа. Я покачалась на качелях, прогулялись, поели мороженого. И на самом деле, в принципе, с Санта-Моникой мы таким образом закончили. Третий день у нас был полностью посвящен именно побережью. То есть мы уже начали двигаться от Лос-Анджелеса в сторону Сан-Франциско. Но так как дистанция, в принципе, там достаточно длинная, мы делали остановки
по мере поднятия по трассе, которая называется трасса номер один. Она очень знаменитая, она очень красивая трасса. И вот надо сказать, что в третий день наконец-таки мы оставили Лос-Анджелес, и мы уже полностью посвятили свое путешествие именно вот трассе номер один и всем тем городкам знаменитым, которые стоят на этой трассе. До города, которым всем известен, который называется Малибу. Сам город, он, надо сказать, не имеет какой-то, может быть, исторической там важности, да, что нужно в него заехать, но просто, опять-таки, он настолько популярен, настолько у всех на слуху. Этот город находится по пути, поэтому почему бы в него не заглянуть? Прежде чем поехать на это путешествие, я постоянно общалась с американцами, потому что вообще Америка — это, конечно, рай для автопутешественников, и они это совершают ежегодно, то есть семейный выезд, автовыезд — это вот прям такой американский вид путешествия. Они зачастую даже в мире нигде не были, но Америку они всю проезжают. Поэтому, в принципе, если у вас есть какой-то друг американец, вы с легкостью можете спросить, что бы сделать, куда бы сходить, и они вам рекомендуют. Вот такое одно из мест, которые нам порекомендовали на Малибу, это был ресторан, который назывался Duke's. Нам посоветовали вот этот ресторан Duke's, мы идем туда. Сейчас вам расскажем, как там готовить. Дьюкс. Заказали им какую-то вкуснятину рыбную. Убийственный мой напиток. И вот такой прекрасный здесь вид. Сейчас отведаем, посмотрим, вкусненько или нет. В этом ресторане гавайская еда, гавайская кухня. Там мы достаточно вкусненько отланчевали. Поэтому, если вы будете проезжать, обязательно загляните туда. Я думаю, что, в принципе, вы не пожалеете. Ну а дальше, ребята, мы просто ехали. Вот. Понимаете, когда меня спрашивают иногда, расскажи, почему там не комментировала, зачем ты делаешь это вот после рассказ, так скажем. Но достаточно сложно, потому что наслаждение от этого роуд-трип идет именно от дороги. Ты видишь эту красоту, ты едешь по трассе шикарнейшей. Я уверена, что в хит-парадах самых красивых трасс вот этот рут номер один, он выигрывает многих других трасс. Когда общалась опять-таки с американцами по поводу, какую трассу брать, что лучше делать, мне всегда говорили, что не выбирай highway, это то есть ту быструю трассу, которая, ну, напрямую, конечно, до Сан-Франциско можно было долететь очень быстро. Но в этом не есть смысл этого путешествия. Смысл этого путешествия именно наслаждаться дорогой, смотреть, какая природа. Останавливаться, если вам захотелось в каких-то местах. Вот, например, мы ехали, и я заметила табличку, назывался пляж Эль Матадор. И мы вот спонтанно, на самом деле, не запланированно, просто остановились, потому что хотелось размяться, да, выйти и просто посмотреть, что там нас ждет. Потому что не всегда, когда ты едешь в машине, ты можешь увидеть, что за окном. И вы знаете, мы вообще на секунду не пожалели. Это было красивейшее место, мы настолько вот погрузились в какую-то такую, вот знаете, в транс какой-то. Например, показался этот пляж очень похожий с природой Перу. И поэтому он очень сильно расслабился, тоже там посидел, помечтал. Ему было какое-то такое, знаете, кроткое ощущение, что он находится в своей стране. We can't breathe.
Надо сказать, когда русского человека привозят к океану, он становится немного неадекватным. Я, наверное, вхожу в этих число тех людей, которые немного неадекватно себя ведут, когда при виде океана. То есть у меня всегда включается какая-то «Ай, как здорово, как красиво я!» Когда ты находишься с такой красотой рядом, безусловно, твои эмоции, они просто зашкаливают, и поэтому ты просто вот наслаждаешься близостью природы. Приветствовал третий день просто шикарным закатом, на котором я, наверное, и закончу свой рассказ о нашем третьем дне. Спасибо огромное за то, что вы меня смотрели. Обязательно оставайтесь вместе со мной, подписывайтесь на мой канал и смотрите следующие выпуски о нашем путешествии.